Президент Беларуси Лукашенко в интервью РИА Новости признал, что Крым де-факто и де-юре после референдума стал российским. Крым де-факто, я тогда еще сказал, де-факто, это российский Крым. Тогда, по-моему, что и был, не был референдум, я не помню. После референдума и де-юре Крым стал российским. Мое посещение Крыма, на что я имею полнейшее право, под чьим бы оно там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым, это и мой Крым. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.